Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. У вас что, вопросы какие-то есть? Нет, давай продолжай. Я вас слушаю, можете сказать. Только без ругани, чтобы было, нормальный разговор. Продолжай. У вас вопросов нет никаких? Нету. Ну и хорошо, во славу Божию. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании грешных, в собрании развратителей, но о законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. Аллилуйя! И будет он, как древо, насажденное при водах, и лист его не вянет, и приносит добрые плоды. Не так нечестивые, не так, ну не как прах, возметаемый ветром. Аллилуйя! Господи Боже наш, хвала Тебе, великая Тебе благодарность, честь и поклонение. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аллилуйя! Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй, и благослови наследие Твое. Благослови путешествующих, сохрани от всякого рода зла и греха. Аллилуйя! Нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создание свое. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Велико Твое долготерпение к роду человеческому, к погибающим, к уклонившимся к вражеским сетям. В царство Твое не войдет ни один грешник, прелюбодей, пьяница, злоречивый, поносящий имя Твое святое, не верующий в жертву Твою голгофскую. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй. Мы ожидаем Твоего пришествия и кончины мира. Тогда наступит Царство Христа во веки веков. Аминь. И Церковь Твоя святая будет вознесена в встретение Господу. И так всегда будет. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день,
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Велик и достохвален Господь. И смиренного видит, и нечестивого узнает издали. Хвала Тебе, наш Спаситель, слава Тебе и благодарение за все Твои милости и щедроты. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господи, как носитель нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси, мир дая им. Приди к нам и спаси нас. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты достоин прославления, ибо верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Спаси и сохрани, и защити! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, любящего создание свое. Ты достоин прославления, Христос, Спаситель наш. Аллилуйя! Делающий добро идет к свету, а делающий злое не идет к свету, дабы не обличились дела его. Благодарим Тебя, наш Спаситель Христос. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Милости Твоей, Господи, жив человек. Ты не по грехам человека поступаешь, а по любви и долготерпению, ожидая покаяния грешников. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение! Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Благослови путешествующих, сохрани от всякого рода зла и греха и несчастного случая, и мысли направ к горнему, к вечному. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо делающий доброе идет к свету, дабы явно были дела его, а делающий злое не идет к свету, дабы не обречились беззакония его. Верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что и бесы веруют и трепещут? А кто ты, человек, что не боишься Бога? Человек временный, мгновенный, и должен позаботиться о душе своей, где он будет проводить целую вечность, со Христом или с дьяволом в горящем озере, где мукам не будет конца, или в Царстве Небесном, столь любезном на слух и неописуемым при рассмотрении. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благослови нас, Господи! Исполни благодати Твоей возвестить истину тем, кто находится в этой погибельной яме, где воистину Содом и Гоморра различные мерзости делают люди, прелюбодеяния, злодеяния. Помилуй нас, Господи! Избавь людей от всякого греха. Очисти, омой и убели. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мы благодарим Тебя, наш Господь. Милости Твоей полна земля. Ты показываешь, какое удивление у людей, когда они видят молящегося. Коснись их сердец, направь на путь истинный. Запечатлей малых детей Твоим избранием. Да будут они Твоими благовестниками, миссионерами. Аллилуйя!
приведи их в Святую Православную Церковь. Мы благодарим Тебя, наш Господь, единый вечный Спаситель, Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наше, святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Хвала Тебе, наш Господь, ибо Слово Твое свидетельствует, что каждый должен предстать на судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в этом теле, доброе или худое. И этого суда никто не избегнет, когда за каждое слово человек должен будет отвечать, за каждое слово, которое возвысит его или унизит. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь Христос! Благодарим Тебя и Матерь Божия! Благодарим вас, ангелы, архангелы и все небесные силы! Аллилуйя! Благослови нас, Господи, и помилуй! Спаси и сохрани детей этих! Благоволи к ним, Господи! Избави их от всякого рода зла и греха, и запечатли их избранием Твоим! Помаши благодатью Духа Твоего Святого. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, Ты велик и достохвален. Хвала Тебе! Слава Тебе, милосердный Создатель. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мы восхваляем Твое всемогущество, Господи, Боже наш! Ты грядешь, и что будет на земле? Дым и пыль до неба, когда Господь воссядет на престоле славы Своей, и явятся перед Ним все живущие от Адама и до последнего человека, и будет страшный последний неподкупный суд. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Защити наследие Твое. Мы просим Тебя, Господи. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. А от Господа спасение над народом Твоим благословение Твое. Аллилуйя! Господи, избери это дитя для славы имени Твоего Святого. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Милости Твоя полна земля. Помилуй народ Твой. Как мало кто знает Тебя. И сколько лет кичились Святая Русь, образ жизни ее, традиции, и вот нет ничего. Все рухнуло, и все исчезло в пыли и дыме и сраме. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Слава Тебе, единый вечный Господь и Бог наш. Аллилуйя! Мы славословим Твое имя. Ты послал человека, является грозный пророк. Во славе Твоей
Илия. И жрецы Ваала были посрамлены, и ни один из них не уцелел. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси, Владыка, и сохрани. Защити, заступись. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Сатана безжалостный раздел людей для блуда, для скверны. Помилуй их и одень благодатью Твоею. Не дай им погибнуть в блудодействиях, табакокурении, сребролюбии и сквернословии. Коснись их сердец, Господи, открой им истину Твою, что Ты из-за них страдал на Голгофском кресте. Увлеченные временным удовольствием губят целую вечность, ибо ни один блудник, прелюбодей не войдет в Царствие Божие, но будет вместе с сатаной брошен в гиену огненную, где плащ и скрежет зубов во веки веков. Да опомнится человек, да прикроет свое грешное тело, да воззовет к Тебе: прости меня, Господи, прости, Владыка. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мы славословим Твое дивное имя. Ты достоин всяческого прославления. Аллилуйя! Помилуй нас, Боже, помилуй нас. На Тебя воуповает душа моя. И сохрани, и защити. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Псалом 4. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет поругание, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертву правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жизнь в безопасности. Аллилуйя! Слово Твое, Святая Библия, научает человека избрать единственно верный путь – признание жертвы Христа и поклонение Ему. Ибо верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Ты послал нас возвестить о любви Твоей, да знают народы, что тщетны и суетны замыслы их против Тебя. Ты был, есть и будешь вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Хвала Тебе, наш Господь и Бог! Слава Тебе, милосердный Создатель! Мы благодарим Тебя за Твое долготерпение. Благослови нас, Господи, вступить в эту ночь. Тебе слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь! Благодарим Тебя, наш Господь. Коснись сердца правителей мира, обрати их, наведи страх Твой на них, и через них издавай добрые законы для человека. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И сохрани их от покушения на них, Господи, и даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!